прямо в лонжеро. Как так можно было вообще, я не понимаю. 4 машины во дворе поцарапала, а в 5-ю просто въехала. Кто тебя парковаться так учил? Я умею парковаться. Да я заметил. Давай, звони своему хахалю, у которого ты на эту машину нас собирала. Пускай он привозит бабки. Я не могу. Мы с ним поссорились. Я гордая, я первая звонить не буду. Гордая ты? Да. А где ты бабки возьмешь, ты гордая? Может быть, как-нибудь договоримся? Фум. Как ты со мной договоришься? Мы же взрослые люди. Раздевайся. Че, прям так сразу? Быстрее разденешься, быстрее отработаешь. Давай, давай. Ну? Раз, два, три, 4, 5, 6. Блин, сбился. Раз, два, три, 4. Опа, время! Дядь Паль, да? А можно это, продолжить? Продлить? Да. Давай. Яна, еще раз эту машину. Я же почти отмыла. Ну и что? Пены больше. Больше пены, мокрого всего вот этого вот. Давай быстрее, работай. У нас там еще целая очередь в километр. А долго мне еще? Ну еще 1020. Руки на руле. Вот так. Две свечи. Вот это какая? Засратая. А вот это? Не засратая. Так что с этой нужно делать? Пошарожить. А ты ее что вкрутил в цилиндр-то? Дядь Палик, ну так бы сразу и сказали, а то устроили мне тут... Помню, не помню, экзамены. Может, проще новую вскрутить? Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Это по твоей части. А что привело такого ангела в нашу преисподнюю? Мне нужно машинку починить. Ну так это же наш профиль. Закатывайте вашу машинку, разберемся. Хорошо. Ух, я бы ее пошарожил. Ты свечи бы пошарожил. Да. Я уже запутался, какая из них засратая. Мозги у тебя засратые. А, так у вас колесо пробилось. Так бы сразу и сказали. 5 минут и все будет в порядке. Нет, с колесом как раз таки у меня все ок. У меня вот что нужно починить. Вот это и вот это. Так это ж груда металлолома. Да. Ну, так и что? Вы возьмете эту груду металлолома и как-то приклеите к колесу, и все будет хорошо. Но вы же профи. Слушайте, мадама, для того, чтобы восстановить машину, одного колеса маловато будет. Что ж такое же? 10-е 100, мне откажут в ремонте. Мне сейчас я позвоню Пусе, и знаете, что он приедет и сделает вам капремонт. Вот что он вам сделает. Что за Буся такой? Алло, Буся, привет. Буся, представляешь, у меня на СТО отказывается бибику ремонтировать. Да. Нет, там только царапина. Да. Колесо даже целое. Да, сейчас даю. Алло, да. Значит, слушай меня сюда. Ты сначала бабу свою научи ездить, а то права ей купил, а ездить не купил. А машина ее или твоя, я не знаю, восстановлению не подлежит. Я все сказал. Что? Хорошо, передам. До свидания. Он просил передать, что тебе... Так и сказал? Так сказал. Передай ей, что ей пи***ц. Я, наверное, сегодня ночью подружке буду ночевать. До свидания. Эй, красавица, колесо забыла. Дядь Палик, а я и не знал, что ты такой крутой. Да никакой я не крутой, Ромка. Я на первой секунде сброс нажал. А, круто. Погоди, он ей сейчас перезвонит и нас найдет. И сюда приедет. Вот именно. Поэтому надо быстро собираться. Ебать, коллаборатик. Да нахрен. Да куда там, куда разбираться надо будет? Ключи где? Какие ключи? О, я вижу, у нас под вечер бонус. Ха-ха,
Дядь Палик, это не бонус, это практически джекпот. Сейчас мы ее на бабки разведем. Ой, а можно я? А справишься? Да ты посмотри на это. Проще пареной репы. Тут либо масло, либо омыватель. По-любому. Ну давай, Ромчик. Смотри, мастер-класс. Здоров, мужики. Здравствуйте. Привет. Короче, смотрите, у меня тут что-то пищит. А, пищит. По-любому ремень генератора растянулся. Да не, если бы ремень генератора растянулся, то другой бы звук был, а? Это что-то другое. А, ну тогда свечи, по-любому свечи. Ты мне еще скажи, что я воду в омыватель не залила и масло не поменяла, да? Ну тогда этот, как его этот? Шо? Мотор. Там мотор я уже перебрала. Короче, там это... Форсунки чуть, конечно, подзабились, но это по-любому не-не. Вот причина в другом. А я вот это думаю. Может, это ходовая, а? Точно, мужики, давайте загоняйте меня на подъемничек, а я ходовую гляну, ага. Слышь, коллега, а ты подшипники смотрела? Да ёшкин матрёшкин, ну, конечно же, первым делом. Загоняй. Рочек, давай! А! Нет, не щит. Гаси, Ром! Да! Я, конечно, подозревала, что это корзина сцепления. Но чтобы с выжимным это очинулся. Ну что, мужики, сколько я вам должна? Так вы, собственно, сами все сделали. Да ладно, чего вы, ну пивасик вам, а? Как говорится, от нашего столика в ваш столик. А вы раньше на СТО работали, да? Да ты шо, нет, конечно. Ах, если бы ты, как я, 10 лет на трассе, минус 20, фура поломана, а работать надо. Ты бы не такому научился. Ну все, давайте, мужики, всего хорошего. Давай, давай, держитесь тут, братья. Да. Профессионал. Я думаю, что и профессионал. Вот так через месяц не научишься работать, отправлю тебя на стажировку к ней. Дядя Палик, я мороза не выношу. Придется. Нет, дядя Палик, вы что? Я мороза боюсь, холода. А путаны что получается, морозостойкие? Да, у них там какой-то фермент вырабатывается внутри, я не знаю. Фермент. А у тебя что вырабатывается в голове, я не понимаю. Серое вещество, дядя Палик, серое вещество. Эй, мастера, ау! Ау! Это что, мое эхо, да? Да, да, да. Класс! Класс, класс. Наш клиент. Здрасте! Ой, здравствуйте! Что у вас, Христос? Знаете, у меня велосипедик начал скрипеть. А вы ТО давно проходили? А что такое ТО? Ну как, фильтра, свечи, масло меняли? Ни разу еще. О, тогда это может быть все, что угодно. Да? О, тарабанит. О, это компьютер подключать надо. Делать полную диагностику. Ой. Так что это надолго. Вы пару часиков погуляйте пока. А мы пока тут просмотрим все. Хорошо, спасибо. Через два часика буду. Неси компьютер. Хорошо, хорошо, хорошо. Дай прокачусь. Не, я первый. Че первый, первый? Я первый тебе Ладно, говорю. Кружок только, я следующий. Придержи. Держу, держу. Смотри, чтобы не брызнуло. Не брызги. Пошла. Здрасте. Здрасте. А это не вы вчера велосипеду компьютерную диагностику на 5 штук сделали? Мы, точнее он. Отлично. А что вас конкретно интересует? Меня-то конкретно интересует, как ваше здоровье. Нормально вроде. О, а мне кажется, вам пора делать ТО. Как это? Вот сейчас ты... Ему свечи вкручиваешь, а ты ему компьютерную диагностику. Давай, спокойно, давай, да. Доставай свой член. Спокойно, стоять! 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 Стоять!
сейчас вам тут на... Бегите, дядя! Говорит, а масло у меня свое, домашнее. И достает подсолнечное. Бабы! Здорово, мужики. Здрасте. Здрасте. Чем помочь? Сделайте моей ласточке ТО. С радостью. Любой каприз за ваши деньги. Молодец. Только я прошу вас, пожалуйста, хорошее ТО. Да в чем вопрос? У нас качество гарантировано. Может, это вообще последнее ТО? Как последнее? Прости меня. Прости меня, родненькая, прости. Я понимаю, тебе сейчас тяжело, мне тоже тяжело. Прости, пожалуйста. Прости, резина летняя, простите меня, фары ксеноновые, простите. Мужик, ты что, ее продаешь? Хуже. Что? Жена права получила. Ой-ой-ой-ой. Прости. А какого года? 7-го. Такая молодая. И не пожила совсем. Пойдем, Ром. Им лучше сейчас побыть наедине. Спасибо, пушки. Пойдем. Я быстро. Прости, я прошу тебя, пожалуйста. Я же сам лично ей права купил. За город на тебе вывозил, учил его. Прости, прости, пожалуйста. Тихо, тихо, успокойся. Успокойся, не рви сердце, я прошу тебя. Все будет хорошо, все будет хорошо. Она же по-любому тебя поцарапает. О, рабочий класс пожаловал. Интересно, это врач или учительница? Думаю, это депутат приехал делать ТО своей машине перед тем, как отдать ее в детский дом. А сам на троллейбус пересядет. Здравствуйте, рабы божьи. Такого варианта мы не предполагали. Здравствуйте, рабы божьи. Судя по зарплате, мы еще те рабы. Только не божьи, а нашего хозяина, Кондратия Кондратича. Благодетствие желаю ваш мой стеолог. Во веки веков. Здрасте. Здоровья вам, счастья. Спасибо. Что привело вас, батюшка? Вот это дьявольское изобретение. Ой, всю душу из меня высосал. Да что там душу? Сколько денег сосет он из нашего прихода? Сколько денег? Расход большой, да? Аки великий потоп. 25 литров стал жрать, тварь ненасытная. Но это еще что? У меня-то 3,5 литра объем. У меня-то еще по-божески 25. А вот у протоиерея Никодима, у него Ауди 6-литровая, V12. Так там вообще все 30. Ой, мы когда с ним едем по городу, только в 2 голоса молимся, чтобы пробок нигде не было. Ой. Что-то делать пробовали? Да что мы только не пробовали. Воду в бензин превращать не получается. Только вино да вино. А не пробовали пересесть на более экономичный вид транспорта? Окстись, грешник. Посмотри на нее. Это же небесная колесница. А все остальное от лукавого. Ну да нет времени у меня на ваше просвещение. Масло поменяй, фильтра все топливные в том числе, и свечи. Батюшка, а вам свечи какие ставить? За здравие или за упокой? Я сейчас кадилом тебе помеж глаз как дам, и тебе самому за упокойные понадобятся. Американские ставь, иридиевые. Ах да, и еще. Пойдите оба сюда. Тут меня... Один малохольный в бок ударил. Как думаете, красить нужно? Я думаю, батюшка, красить не надо. Ударили в правую щеку, подставь левую. Ты поумничай мне еще тут. У вас час на все про все. Батюшка, а масло какое лить? Елейное или постное? Скоро ж пост. Я тебя анафеме передам, слышишь меня? И тебя заодно с ним. Иконки протирать? Ты головой думай. Быстро работайте.
Вот почему наш хозяин поставил камеры видеонаблюдения за своими сотрудниками, а он за своими нет. О, наконец-то я вас нашел. День добрый. Здравствуйте. У вас обслуживается моя жена? Машина, да. Жена, не знаю. А, это шутка. Очень смешно. Вы все доделали? Да, все сделали, как ваша жена просила. Для начала мы ограничили скорость движения данного транспортного средства до 50 км в час. До 50? Да. Ну, безопасно. Потом, по просьбе вашей жены, увеличили зеркало заднего вида в 3 раза. Ну, ей это действительно нужно. Да. Еще ваша жена просила, чтобы сразу под зеркалом поставить тумбочку, но она туда не влазила, поэтому мы ее поставили здесь. Выкинули нафиг пассажирское сиденье. Подождите, а где же я буду сидеть? Не знаю, она ничего не говорила. Также мы сделали возможность подключения к прикуривателю. Лойки. Лойки. Фена. Ага. И, естественно, утюга. Утюга? Пожалуйста. Так, и скажите, пожалуйста, своей жене, чтоб утюг ни в коем случае не включала при выключенном двигателе. Аккумулятор быстро сядет. Да-да-да, конечно, конечно. И еще кое-что. Еще что-то? Ну-ну. Знакомьтесь. А кто это? Приватный драйвер Роман. Простите, а кто его оплачивать будет? Вообще-то эта краля всегда со мной натурой рассчитывалась. Меня это устраивает. А вы кто? Я-то? Муж? Как муж? Беги, Роман! Она же сказала, что муж у нее на охоте погиб, медведь задрал. Что? Топором зарубил. А? Что значит медведь? Стоять! На, Ромка, я тебе лед принес. Эх, Ромчик, Ромчик, я тебе говорил, что она замужняя, а ты нет, нет, сама на машину заработала. Короче, не быть тебе водителем, ищи себе какую-то другую работу. Так и можно я механиком останусь? Механик? Это мужская профессия, а ты оперный певец. Прикинь. Я смотрю, а она гель для волос наливает в бачок омывателя. Зачем? Говорит, если он цвету волос не вредит, то и краски автомобиля тоже не повредит. Ха! Вот дура! Клиент приехал. Здрасте! Все! Что? Машинка не слушается, да? Понятно. Руль, да, подводит? А, рулем по голове, да, бьет все время? А, да, встречные машинки слепят, когда едут, да? Тихо, спокойно. Все сделаем, все сделаем. Только денежки вперед. Не, я доверяю. Но у нас такие правила. Правила? Благодарю. А пин-код? 400? Ноль. Ага, 2 по 2 0. Ну,
Ну что, приступим? Да с машиной там все в порядке. Тут водилу ремонтировать надо. Напьется и думает, что машина у него поломана. Так, проверяем. Кузов. Ага. Мотор. Ага. Система впрыска. Есть. Покраска. Есть. Амортизаторы. Есть. Рессоры. Есть. Форсунки. Чистка. Замена. Так, ну и давай ремонт дворников пишем. Ага. Только установка фирменных с завода с доставкой. Молодца. О, все. Деньги закончились. Ну и ладно. Будет знать, как пьяным за рулем ездить. Ой, ё-моё. Масло пиши еще. Давай, 2 литра. Пишу еще освежитель воздуха. 4 штуки, елочка. Здравствуйте. Здрасте. У меня проблемка есть. Какая? Рассказывайте. Ну, неудобно это говорить, но... С коробкой что? Нет, как вам сказать? Руль! Нет, там сзади. Ну, сзади. В общем, вы не смейтесь, но когда я на заднем сиденье занимаюсь... Ну, вы поняли. Чем мне занимаетесь? Там... Ну... Не понял. Вот это... А, сексом, ну! Да, ну... Мне там что-то скрипит. А, ну пойдемте глянем, что там скрипит. Да, действительно скрипит. Ну что это? Такие звуки, знаете, нехарактерные какие-то. Ну, есть у меня специалист, сейчас посмотрит. Рома! Ром! Чего? Иди сюда. Ага. Тут у девушки какие-то скрипы на заднем сиденье нехарактерные. Глянь. Ага, разумеется. Здрасте, Рома. Ну, идем покажу. Давай, мастер. Так, посмотрим. Знаете, реально очень хороший специалист. Я просто, знаете, по большому транспорту. КамАЗы там, комбайны, трактора. Ну да-да-да, как говорится, чем больше машина, тем меньше мужчин. Да я не об этом. Да ну вас. Да такая... Что там с машинкой? Очень хорошо скрипит. Да? Так что делать? А, так специалист нужен. Сейчас позову. Дядь Палик! Дядь Палик? Дядь Палик. Да, Ромчик, что хотел? Здрасте. Вот. Дядь Палик, наш самый большой специалист по скрипам. Ну, не только по скрипам. Чем-то помочь? Вы знаете, я, наверное, сегодня уже устала машину чинить. Так в чем проблема? Оставляйте ее здесь, мы вечером с Ромчиком вместе посмотрим. Да, Ромчик? А, не-не. Да, Палик, вы, наверное, сами без меня посмотрите. Там скрип не такой себе. Скрип такой. Ну, ладно, могу и сам. Мне не впервой. Hello. Can you help me with my car? Мойка, мойка in the углом, in the вот тут. I don't understand you. О, это я знаю. I don't understand you too. Дядя Палик, она говорит, что не понимает.
А ты, значит, у нас все понимаешь. Давай, полиглот, объясни ей, что мойка за углом. The мойка is the углом. Yes, yes. My car's done in Japan. Кардан, что с карданом? Жопень, говорит, кардан. Жопа кардана, понятно. Кардан, жопень. Yes. I lost control and got into an accident. Сейчас вообще ни хрена не понял. Кажется, что-то ей либо с карданом, либо помыть машину ей. Помыть кардан? Помыть кардан, может. Yes. I have money, it's true, see. Не-не-не, трусы не надо. Без этого обойдемся. I come back... At sex? 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 Что-то эти европейцы помешаны на этом. Не надо, спасибо за предложение. Но денег будет достаточно. Money, окей. Yes. Goodbye. Окей. Все. Окей? Окей. Хозяйка, принимай работу. Oh, thank you very much. Матч? Что матч? Ну, вчера играли... А, Динамо играли. Динамо. Yes. Матч, окей. How much does it cost? How much? Как матч? 5-0. 5-0. Как 0 будет? Zero. Zero. Yes. 500? Yes. Yes, zero. So much. Да, вот такой матч. Матч, good. Good матч. 500, да полтинника хватило бы. Ну, спасибо. Thank you. Goodbye. Bye. Равняйся, да равняйся. Guten Tag. Здрасте. Чего? Mein Wagen nicht funktioniert. Мойка из за углом. Ты подожди. Это же Deutschland. Я. Немецкий-то я отлично знаю. Я столько ваших фильмов смотрел. Дяпалик, вы осторожней. Вы же знаете, что в этих фильмах делают с садовниками и СТОшниками? Nicht волновайте. Mein Schlange sehr lange. Ich liebe dich, das ist fantastisch. О, mein Gott. Я. Прогуляй тут, давай, отсюда. Я воль. Komm zu mir. Я вам яму покажу. Das ist яма. Ну все, готово. Спасибо, как обычно. Не за что. Кстати, мы к вам последний раз заезжали. Да, больше не будем нашу ласточку вас ремонтировать. Да. А что, обратно на ментов меняют? Нет. Нас на велосипеды пересаживают. Жалко. Столько труда в эту машину вложил. И крылья, и капот, и бампера. Я же вам даже один раз крышу ремонтировал. Да и мы к вам как-то привыкли. Да, как-никак, каждую неделю заезжали. Да, рекорд отдела. 17 аварий. 10-7 в мою пользу. Вообще-то 9-8. В одной из них мы виноваты оба. Ну, как говорится, не поминайте лихом. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Сравнять счет хочешь? Да. Ну, давай. Может, без вас как-то спокойнее на дорогах станет? Помнишь дизайн? Понимаете, дело в том, что я на педальку нажимала, ну, по привычке, как в машине, а оказалось, что тормоз у них на руле. Скажите, а можно, чтобы та скидка, которая у нас была на автомобиль, сохранилась и на велосипеды, ага, пока ездить не научимся? У вас вообще пожизненная скидка до тех пор, пока ездить не научитесь. Спасибо. Скажите еще вопросик. А нет ли у вас знакомого ветеринара? Да. Нет. А что? Мы просто на выходных будем патрулировать на лошадях. Так просто решили перестраховаться. Может, к вам заедем? Я бы вас на баранов посадил. Вот тебя, на него. И патрулируйте себе. Thank you.
Помогите, прошу вас. А я вам говорю, у меня обед. Вон, идите на другое СТО, там обеда нет. И гарантии, кстати, тоже нет. Да я вам заплачу столько, что вам хватит на обед в ресторане. Ну, я вообще с напарником работаю. Ну, может, вам в напарнике подойдет Григорий Сковорода? О, ну, с Гришей-то мы справимся. Ну, вот и славненько. Ух ты, ё-моё! Вот, застряла. Жейка, ну я ж ходила как в Титанике. Ходила как в Титанике, а получилось как в Винни-Пухе. Можно без юмора? Да. Помогите, пожалуйста. Ну не знаю. Тут либо неделю ничего не есть, либо крышу резать надо. А я вас умоляю, только не крышу. Женька, ну я ж так мечтала. А я саду кабриолет. Нет, только не крышу, это не моя машина. Вы что? Ну, не знаю. Ну, что-нибудь придумайте. Ну, что-нибудь придумаем. Властью, данной мне Кондратьем Кондратьевичем, объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту. Че, нравится драить, а? Давай накидаем кукурузы на машину шефа, прилетят голуби, обосрут ее всю. Вот это будет месть. Ну откуда я знал, что у него есть видеорегистратор, а? Ребятушки, ну что вы напрягаетесь? Давайте я сам все отмою, а вы отдыхайте. Хм. Слышь, нам пить запретил, а сам уже полный бак закинул. Ага. Слушай, а может ты опять ацетон открытым оставил возле вентилятора? Ребят, я к вам такой строгий иногда бываю. Вы такие хорошие. А хотите коньячку? Французского? Не-не-не-не-не-не. Ну, захотите, говорите. Лучше сейчас брать, пока такой шанс выпал. Ну, раз уж такая пьянка пошла, то, Кондратич, как насчет нашей зарплаты? Ну, конечно, я совсем забыл. Забыл? На 3 месяца. Вот, карточка. Пин-код 1617. Берите сколько надо. О. Попахивает разводом. Сейчас я его на чистую воду выведу. Еще. Слышь, Кондратич. Да. А дашь машину покататься, а? Так в чем вопрос, ребят? Берите, да хоть на неделю. Крутяк! Прошу! Кондратич! Ну ты чего? Удобно? Слышь, Кондратич! Да. Там в гараже машина стоит. Ага. Надо будет пригнать ее сюда так. И коробку перебрать, понял? Сделаю. А мы пока на море смотаемся. Ой, отдохнем. Ребята, приятного вам отдыха. А спасибо. На прощание вам. Дзинь! Не понял? Тогда вот так. Шо, уроды, проснулись? Вылезли из машины, вылезли из машины, я сказал. Машину мне засрали, коньяк мне выпили. Вы мне ночевать здесь будете и коробку еще переберете. Уроды. Кондратич вернулся. Поясница же такое.